Международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена» продолжается. Сегодня уже 21-й день музыкального праздника и 7-я концертная программа. И мы знакомимся сегодня с танцевальным коллективом, его искусством, можно сказать, его традициями. Это вечер танца. И коллектив. Лауреат всемирных и всесоюзных фестивалей. Обладатель двух высших орденов Иорданского Хашимитского королевства. Обладатель высшей награды Республики Адыгея, ордена «Слава Адыгеи». Коллектив, признанный Всемирной Черкесской ассоциацией достоянием адыгского черкесского народа. Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». Руководитель и установщик танцев, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, лауреат премии правительства Российской Федерации Игорь Атабиев. Друзья, а я с радостью представляю артистку ансамбля и ведущую танцевальной программы Сузанну Чучаеву. Сузанна, прежде чем я вам передам микрофон, мне хотелось бы вспомнить слова нашей прославленной балерины Галины Улановой. «Я не знаю более красивого национального танца, чем кафа». Кафа – это ведь старинный кабардинский танец, правда? Да, он будет сегодня, мы надеемся. Конечно, этот танец обязательно будет, это визитная карточка нашего коллектива. Я, во-первых, хочу сначала поприветствовать вас, Альбияновцы. Хочу сказать, что мы безумно рады вновь встретиться с вами, потому что именно ульяновский зритель, по нашему мнению, самый теплый и самый щедрый на аплодисменты. Нашу концертную программу открыла вокально-хореографическая композиция по мотивам обрядов Восточной Кабарды. И мы с удовольствием продолжаем. Я хочу пригласить на эту сцену солиста ансамбля «Кабардинка» Мухаммеда Дирова. Танец с кинжалами. Thank you.
старинный кабардинский княжеский танец «Афа». Солисты Фаина Тумова, Руслан Машуков.
лирический парный танец «Исламей». Исполняют Марьяна Шикихачева, Азамат Алакаев. Общение парней и девушек без присутствия родственных лиц запрещалось и не соответствовало правилам адыгского этикета. И только в этом танце парни и девушки могли не только прилюдно общаться, но и взяться за руки. Кабардинский круговой танец приглашения «Учхаш».
Кавказа. Соло на барабанах исполняет мужская группа ансамбля. Thank you.
композиция по мотивам повести Лермонтова «Белла». Исполняют заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Руслан Катачиев, Залим и Сузанна Гучаевы. Thank you.
окончили первое отделение функционального рейса. Объявился антракт. 15 минут.
шуточная хореографическая зарисовка «У нас в ауле».
родника». Хореографическая композиция по мотивам кавказских легенд. Солисты: Наира Хаупа, Азамат Алакаев, Аслан Битуганов. Thank you.
поет заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Амирхан Хавпачев. Дагестанских девушек. Солистка, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Ирина Архестова. Thank you.
Малокабардинский мужской перепляс Джилевстаней Зеко. Солист Азамат Алакаев. Субтитры сделал DimaTorzok.
Дорогие друзья, и вновь для вас поет Амирхан Хавпачев. Черкесское игрище. Thank you.
достояние адыгского черкесского народа, Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка». Хочу поблагодарить вас за то, что провели этот вечер вместе с нами. Спасибо вам за ваш теплый прием, за ваши овации. Спасибо, что вы у нас есть. Всего вам доброго, до новых встреч. Yeah.